мечтали и смешные, серьезные и отдавные. Но собрала нас всех друзья, большая дружная семья. Здесь танцы все увлечены, и дружбой верны сильны. Зовется танец полькой. Весенняя полька.
такое лето, это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес, это в небе облака, это быстрая река, это бабочки, грибы, это на лугу цветы. Бабочка проснулась разноцветной, крылышками легкими взмахнула, высоко над домиком вспорхнула и в большую улетела летом. Thank you.
танцевать и, конечно, вступать. Цветы и зрители аплодисменты нам дарят самые счастливые моменты. Ходит не туда, наша тетя Хайоко, кое-что не беда.
детства моего. Он полон счастья, доброты и света. Он так огромен, красочен, как лето. Мир солнечного детства моего. Я не знаю.
веселая утята. Three and four, and it slows down, we'll go for the run. Around the clock tonight.
участники коллектива. Несмотря на юный возраст наших участников, коллектив, история коллектива насчитывает уже 20 лет. И сегодня в нашем зале не только зрители, не только родители наших детей, наши друзья, но и выпускники нашего коллектива. И я думаю, вам всем будет интересно и будет приятным сюрпризом увидеть выступление нашего коллектива 10 лет назад, 2005 год. Все внимание на экран. Вот такими мы были в 2005 году. Чудо-птицы, также старшая группа ансамбля.
маленький, улыбается игриво, умный, добрый, красивый, гномик чудо и чудес, его домик подарил. Гномику не страшно, гноми видят ваши, шапка красная на нем светит ночью, день и днем, есть такой забавный, маленький и славный.
I'm on fire.
а наша вокальная студия «Газели дзвіночки», руководитель Светлана Антонова. Вокальная студия работает в стенах этого дворца, нашего дворца, где там и танцы. Прошу, ребята, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Но наших выпускников я уже приглашать не буду, мы их уже увидели, поблагодарим. Приглашаем на сцену директора нашего дворца Олега Анатольевича Дмитриева. Дорогие девчонки, мальчишки, дорогие родители, гости нашего сегодняшнего дворца, мне очень приятно, вот уже столько лет, с Верой Ивановной, я слежу за этим коллективом уже много лет, и хочу сказать, что с каждым годом ваш профессиональный уровень растет. И, конечно же, это не только ваша заслуга, но и ваших родителей. И, конечно же, руководителей, которые вкладывают все свои силы в вашу дети работу. А мне бы хотелось вручить благодарственное письмо Вере Ивановне, администрация коммунального учреждения культуры, культурно-досугового комплекса «Айдарский» Днепропетровского городского совета благодарит вас за многолетнюю кропотливую работу в осуществлении высокохудожественных хореографических постановок и воспитании подрастающего поколения. Ну что ж, друзья, праздник наш подошел к концу, и мне остается поблагодарить и наших участников, которые подарили вам сегодня столько эмоций своим выступлением на сцене. Поблагодарить вас, родителей, за помощь нашему коллективу. Поблагодарить администрацию и дворца, и все технические службы, всех, кто помогал нам подготовить концерты, конечно, наших гостей, вокальную студию, «Газели дзвіночки» и наших выпускников. Всех я хочу поблагодарить и пожелать всяческих успехов, но она дальше шагает. Итак, наш концерт закончен. Спасибо. Okay.
Спасибо.